Возьми сумку. Зачем? Ну возьми. Ну зачем? Какую сумку? Вот эту. Да. Надо сохранить. Не люблю трубодики. А водку? Тоже не люблю. Нас, видимо, бот-снайпер настройки интересует, да? Ой, месье. Если чуть погодя еще вернуться, то, видимо, снайпер сзади. Убила? Нет. Лежит. Или умер, или лежит. Умер. А, умер. Чё, оборачиваюсь, думаю, ты... У него тоже длинный ствол так, какой-то. Так, я не успела тебе сказать. А потом понимаю, что ушанки-то на нем нет. Я видела, что он тебя там... Убивает. Не могу встать, не вижу. Дай инфу, откуда? Грены кидаю. Вижу. Возможно, убить... Нет. Автобусная парковка, их двое, скорее всего. Да, их двое. Отступаю направо. Пойду правее. Совсем справа пошел. Меня все равно видят. Одного снял. Но мне надо подлечиться. Отхожу. Давай. Еще один подошел, блин, через дорогу. А, я грены кого-то вольнула, прикинь. Знатно покидали. Почему 8-15? Тут нет. На кого нету? Штурман есть, сидит в нычке. Убьешь? Я не понимаю, что... Ко мне к суицидке подойди. Ну, я около суицидки. Со стороны лесопилки выйди. Ты можешь сказать, ко мне подойди. Конечно. А, это ты, да? А, перед собой СВД скину. Возьми и посмотри прямо. СВД вот тут лежит. Да, один ищет меня в сторону МЧСки. Прям далеко бегает. Второй на горе, вижу. Хотя не знаю, снайпер. Нет, вот вижу его, регеню стамину. Ты бежишь, как около меня бегаю. Верхнего снял, нет. Ты где? Я ближе к МЧС и в воде. С этой стороны, да. Я в лесопилку ныряю. Опа, мне с МЧСки прилетело. Живешь? Пока да. Надо бы со снайпером поговорить. Не по тебе стреляют или непонятно? Да нет, вроде не по мне. Дай выстрел какой-нибудь и смени позицию. Отлично, спрячься. Он повелся, он тебя ищет. Блин, у меня еще стрельба со стороны баньки. Опа! Просто живи. С берега, что ли, стреляют или с спины, блин, вообще не понимаю. Сейчас он остановится. Ухожу глубже на лесопилку. А, я вижу его. Снял второго сверху, что-то он прям вообще... Где до инфу? Около воды он где-то. А, что за нахрен? Просто живи, бегу прям, вот я у трактора желтого.
Я над тобой, но стамины нет. Сейчас подрегеню ее немножко. На камешек пойду у палатки. Оттуда же не стреляли? Не знаю. Так, я вроде бы тебя успел увидеть. Лезу на камень. Твое имя, вот тут он был. Ты ходишь, да, вперед-назад? Я хожу, да-да-да. Рядом пока никого не вижу. Он передо мной должен быть был, если он не ушел. Ближе никого нет. Либо он отступил к товарищам, если это одна группа. Так, я на бревнах. Я слева от тебя. Это он, ты там, да? Стоишь, крутишься. Ага. Просто, походу, это был не босс, а это сидел игрок. Я такой его увидел. Скинул СВД-шку с теплаком. Ну, а историю с Греной ты сама видела. Mm-hmm. Мне интересно, что он подумал. Он же, наверное, меня слышал. Нет, сверху... Да, есть сверху. Спрячься, он может нас видеть. Да, они втроем были. Просто 1-2 выстрела дай. Я попробую все-таки сзади зайти. Если прокатит, он пойдет лутать, и может быть будет прострел, но может не будет. Смени позицию, ну то есть тебе как бы, наверное, рашить надо будет под них. То есть тебе нужно спуститься под бревна аккуратненько. Но если я ошибусь, тебе будет сложнее. А отсюда как бы прям для верности. И ему рисковать не с руки. С двух товарищей тепловизоры терять. Да, блин! Пушка, ты издеваешься? Я магазин забыла сменить, охренительно. Я минус. Там, походу, какой-то этот хорошо собранный ствол и теплак. Я стрелял до этого так себе. Я не знаю, как против, конечно, теплака мне сейчас отыгрывать. Включай фонарик, штурмуй. Сланги проверю. Так, мертвый пот. Пусты не вижу. Бля. Хватит ругаться матом, а? Ну ты меня напугал. Я сокращенный. Блин, их там двое. Именно 100-метровку они и делают. Хорошо лежат. Жалко, у меня глушителя нет. По-моему, неплохой кадр, ребят. Причем самое приятное во всей этой истории, что? Правильно, ЧВК со 100 метров зачли, зачли. ЧВК без брони зачли, зачли. Во-первых, их двое. И это очень странная граната. Прилетела.
Ух. Я отхожу к палатке. Ага, он между нами. Это было очень жалостливо. Убил. Ты убил его? Вверху там двое. Теперь один. Вот это было больно. Гранатку бы. Замату! Все, отомстил. Да? Их было трое. Ничего себе. Я почему-то одного видел. Куда бы отделся? Что-то с регистрацией. Маш, иди сюда. Привет. Да ладно! Да ладно! У меня она... А не влезет. Спасибо! Видите, как она рада меня видеть. Ну я только к нему подползла, он убежал от меня. Я выползти не могу! Канистры-то тянут. Вообще. Огромное спасибо Маше за эмоции. Если хочешь больше контента с ней, все это было на стримах. Ну и еще видосик до этого выпускался. Ну а мы услышимся в следующей серии.